Гаджимурад Зейрбекович, у нас в Башкирии есть одна уникальная проблема, пожалуй, что уникальная по масштабам. Это проблема отопления. Башкортостан практикует самый высокий тариф на отопление для населения. Самый высокий в России. Многие северные города имеют меньший тариф, чем мы здесь в Башкирии. Эта тема обсуждается, и она очень болезненная. На эту тему много было конфликтов и даже публичных мероприятий. И до сих пор проблема не решена. Вот как, на ваш взгляд, разрешима ли эта проблема, вот этого высочайшего тарифа на отопление в Башкирии, и каким образом ее нужно разрешать? Ну, проблем в Башкирии много. Она одна из, я бы сказал, ключевых проблем. Она мне знакома. Я неоднократно встречался с людьми в разных населенных пунктах, городах. И я сожалею, что подобная проблема по сей день не решена, и она существует. Здесь власть проявила безразличие к жителям республики, и, соответственно, жители сами и их представители не защитили интересы жителей республики в решении данных проблем. А это нужно, зима, она приходит очень быстро, она на носу, да, нужно решать эти проблемы. И я думаю, что здесь есть два пути решения этой проблемы. Первое, это прийти 19 числа и проголосовать по справедливости за тех, кто поддерживает сегодня избирателей и будет решать социально-экономические проблемы региона. Либо второй путь – это прийти к Серому дому с граблями и отстаивать свои интересы. Это позорное явление, то, что в республике такие тарифы для жителей, где слабая, по сути дела, неэффективная экономика, достаточно большое количество пенсионеров, которые получают 10-12 тысяч, и не в состоянии оплачивать эти тарифы. Поэтому мне даже стыдно говорить на эту тему.